Состоялось 79-е внеочередное заседание Совета депутатов, на котором были рассмотрены вопросы внесения изменений в генеральный план городского округа Щелково, в положение о муниципальной службе в округе, в положение о молодежном парламенте при Совете депутатов, в регламент Совета депутатов. Также назначены публичные слушания по внесению изменений в устав округа. Они состоятся 17 июля. Замечания и предложения по проекту устава вносятся на рассмотрение рабочей группы по адресу, который вы видите на экране. Это можно сделать и по электронной почте Совета депутатов до 18 часов 16 июля. Также депутаты заслушали доклад о состоянии окружающей среды в округе в 2023 году, в котором речь шла в том числе об охране и использовании водных объектов, санитарном состоянии почвы, экологическом воспитании и образовании. На заседании утвердили новую структуру контрольно-счетной палаты городского округа и ее штатный состав. В завершение были утверждены кандидатуры для награждения благодарственными письмами и почетными грамотами Совета депутатов.